хорошо и быстро выполнили поручение. Считаю, что вот это правильное решение, что вот эта натоптанная дорожка была, что сделали такую дорожку силами ремстроя. Новая дорожка на месте грунтовой тропы, которую протоптали пешеходы. С одной стороны, по газонам ходить запрещено. С другой, городская среда должна быть приспособлена под нужды человека, а не наоборот. Вы отмониторьте, где у нас есть такие народные тропы еще. Фотографии сделайте, выйдем, посмотрим. Может, мы еще где-то сделаем. Людям же удобно. Рядом необходимо добавить растительности. Если говорить в целом о муниципалитете, то Юрий Поляков поручил соблюдать формулу: два новых дерева вместо одного пня. Для курортного города такой подход просто необходим. Надо как можно больше, с усилением. Мало того, что пенек, значит, надо два дерева там. То есть есть молодые деревья, есть старые. Они все равно старые, то ломаются постоянно. Уже ветер был, поломалось сколько деревьев. Надо досаживать, досаживать, досаживать. Здоровый пенек. Значит, надо здесь выкопать, раскопать и посадить тут опять какое-то дерево. Желательно внимание уделять больше хвойным породам. Они хорошо принимаются, хорошо растут.